Привет, друзья! Некоторое время назад, уже давненько, на канале вышел видеоматериал про Fichette 480, эксклюзивный замок французский, который я разобрал, который обещал отправить подписчику. Предлагалось тому, кому требуется этот замок, оставить комментарий под этим видеоматериалом, после чего мы разыграем трех победителей случайным образом, рандомайзером каким-нибудь. Почему трех, напоминаю, потому что первый может не отозваться, второй скажет, что мне не надо, а один из трех, как правило, соглашается его забрать. Напомню, что замок у меня остался в разобранном состоянии, но каждый элемент сохранен, он почищен и пронумерован. Потенциально тот, кто будет его забирать, нужно рассчитывать на то, что потратить там час-полтора времени для того, чтобы его собрать, потому что без специализированной оснастки это будет сделать, наверное, не очень просто. Но все возможно, тем более, что последовательность разборки в этом видео хорошо показана. Давайте попробуем. Рандомайзер YouTube. Копируем ссылку. Почему-то этот ресурс первый вылазит. Загрузить данные. 54 комментария, 6 ответов. Выбор случайного... Выбрать случайный комментарий. Замок красив и изящен. Самое оно то до деревянной двери. К нему когда-то тяги, видимо, были. Да и старичок скорее уже мертв. Но оживить его было бы интересно. Может, еще поработает. Александр Алексеев, если заинтересованы в оживлении мертвеца, напишите, пожалуйста, нам на почту, кто вы и что хотите. Выберем второго победителя. В том случае, если Александр Алексеев не отзовется. Иван Петров. Замок классный. Интересная история этого производителя замков. Раньше думал, что замки этой марки только на сейфы ставят. Нет, Фишет это огромнейший производитель, гигант. Сейчас вроде бы как умер, но в свое время не то чтобы был монополистом, но невероятно известен, с огромной номенклатурой и так далее. Иван Петров. В том случае, если первый победитель не отзовется, напишите, пожалуйста, тоже на почту, кто вы, чего хотите, и вдруг удача улыбнется вам. Именно вам. И третьего... Advantage 2023. Любят французы все усложнить и изобрести всякую дичь. Что машины, что замки, все с извращениями. Согласен. Ну, скорее всего, не извращение, а какой-то своеобразный взгляд и подход к производству. Но, тем не менее, как мы знаем, и машины, и замки французские, тем не менее, продолжают работать. Advantage 2023. Напишите нам, пожалуйста, тоже на почту. Вдруг два предыдущих победителя не отзовутся. А на этом все, друзья. Спасибо за ваши комментарии, за вашу активность и пока.